Всем привет, хорошего настроения. Сегодня, девочки, я вот в такой теплице в Италии, в гостях. Честно говоря, очень прям печально как-то смотреть, потому что очень много котлей, очень много дендров, очень много интересных орхидей, но хозяин очень-очень пожилой, и ухаживать ему крайне тяжело. Возраст такой уже предельный, и, честно говоря, прям все грустно. Сейчас попытаюсь что-то показать такое вот детально. Ну, у меня прямо это, знаете, сердце сжимается. Вот смотришь на орхидеи, которые просто от жары сейчас умирают. Сейчас, господи, тут за 30 градусов уже. Вот такой есть красивый, да, набелиор. Вот такой малышок. Само растение не крупное, а цветочек, да, набелиор, очень красивый и такой идеальный. Сейчас попробую повернуть. Вот такой красоты. Цветет Котлея Максима. Вот такая красотка. Максима. Угу. Да. Очень ароматная, губа шикарная. Даже несмотря на такую жару, очень красивые, очень такие чистые орхидеи, без изъяна. Угу. Еще есть вообще очень много орхидей, но половина из них, конечно, уже от такой жары, каждодневная, оно погибает. Много котлей. Есть хои. Даже, честно говоря, не знаю, на что начать обращать внимание. Это дендробиум, котлея, котлея, много котлей. Вот там есть один дендробиум, который цветет, гибридный, огромный. Весь стол, все стеллажи оплетены корнями. О, ринхостилис ретуза, вот такой. Кстати, это не ретуза, а ринхостилис гигантея. Ошибочка тут на бирке. Вот, и, честно говоря, растения прям выживают. Очень жалко, очень грустно. Котлейка красивая, такой хороший кустик. Очень жарко. Это энциклея, я видела, как она цвела. Не помню название. Большая куртинка. А, вот есть бирочка. Энциклия алата. Девчонки, сюда бы, знаете, несколько девочек, которые обладают силами и желанием прибраться и все привести в порядок. Такая хорошая могла бы быть теплица. И очень прям жалко, что у хозяина вообще практически уже и нет сил на это все ухаживать. Огромный сад в запустении, с редкими красивыми пальмами, с деревьями, с кустарниками. Мне прям грустно. Я здесь в гостях на 2 недельки с дочкой. И, честно говоря, очень грустно. Даже не знаю, что говорить. А это, наверное, вот уже ретуза и есть. Ринхостилис. Когда-то это была теплица его жены, вот этого мужчины пожилого. Жена умерла лет 5 назад. И он как бы ухаживает по мере возможности за своими вот орхидеями оставшимися. Но видно, конечно, что просто орхидеи выживают. И дедушке самому тяжело все это делать. И это у нас надоза, наверное. Огромный-огромный куст. Если бы ее поливать, она бы шикарно заросла бы ростами новыми. Вот такой дендробиум есть красивый. Что-то прям, знаете, не могу даже комментировать, очень грустно. Котлейка. Вот так вот они просто погибают. А жара стоит ужасная. Здесь просто даже не столько жарко, здесь просто парит. И просто выжигает все этой жарью.
Смотрите, какой огромный шамбурки рост. Вот она, целый большой горшок. Не знаю, там видно, нет, показала. Блин, ну все погибает. Мне грустно комментировать. Даже не могу ничего поделать с собой. Дендробиум специозум. Есть вот такой шикарный вариант. Я его чуть-чуть полила, и он из такого вот белого цвета превратился вот в такой красивый розовый. Некоторые я тут опрыскала, не выдержала. Честно говоря, не знаю, как сюда заходить и не полить. Все засохло. Почти все. Очень жалко. Вот какой-то гибрид на Neophyneteum falcata, скорее всего, да? Или это... я знаю, что это такое. Это Oscocentrum miniatum. Мне показывали даже его цветение в том году или в позапрошлом. Это точно он. Он цвел. Вот такой хороший крепышек. Кстати, хорошие корни у всех котлей. Только полива нет. Часто вот как им требуется. Дендр засох. Очень грустно. Девчонки, ребята, прям не могу даже ничего с собой поделать. Я, честно говоря, даже растерялась. Погибает половина. Половина погибла. Вот такие интересные тут котлеи. Если бы немножко сюда бы побольше кондиционера и полива почаще, я думаю, тут все бы просто заколосилось. Посмотрите, какая теплица большая. Когда-то, когда была жива хозяйка, здесь, наверное, царил идеальный порядок. Жалко, жалко, жалко. Ладно. В принципе, я только сюда прилетела, еще даже не отдохнули с дороги. Будем вечером поливать. Очень много котлей интересных. Бедняжки. Прям посмотрите, как они вот так вот от жары высыхают. Вот такие интересные вещички погибают. Котлея трианая. Дендробиум пульчеллум. Вот такой, смотрите. Правда, он отцветает. Сейчас попробую показать немножко губу. Все грустно. Как-то все очень грустно. Пурпурата. Какая-то пурпурата. Фланея. Вот такая вот красивая. Хорошая куртина, понимаете? Вот только поливать. Были бы силы поливать их. Жара стоит ужасная. Ладно, девчонки, ребята, пока. Будем поливать.